Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Снова с нами. У нас появилось шоу Арены Раджазар, появилось совсем недавно, как и появилось Чудовище Глубин. Так, что у нас там по глубинам? Оу, по глубинам давайте начнем с глубин. Так, нам предлагает взять акульку, а я хочу съесть акульку сегодня с тиксозавром, например. Трам-пам-пам. Видели, он засунул ему глотку прямо в рот. Знаете, есть такие рыбки-чистильщики. Они просто там съедают всякие паразиты, всяких там мелких и тому подобное. В общем, рыбы там позволяют даже себе в жабры заплывать. Вот только что стиксозавр сделал то же самое. Как лор проверил горло у мегалодона. И убедился в том, что у него все зубы на месте, все три ряда. Три ряда рабочих. Или даже больше. И еще там пару рядов, готовых прийти на смену в полусложенном состоянии. Да, у акул же очень много рядов зубов. Там 5, может быть, даже больше. Из них несколько рабочих и несколько в полулежачем состоянии находятся. Так, ух, теперь архелоны. У меня архелон, ребята, еще вот растет. Покажу вам, так что не переживайте. Вот архелончик растет. 3 дня ему осталось. Еще он что-то тоже растет. Так что на этих выходных будем что-нибудь качать. То бишь в субботу и в воскресенье. Так, ну а мы возвращаемся к нашим тюленям. А точнее архелонам, то бишь черепахам. Да-да, нагородил тут всякого. Не вслушивайтесь особо в слова. Трам-пам-пам. Кого, кем мы будем съедать архелонов? Ну, допустим, возьмем аммонит. У меня есть еще аммонит. Аммонит. И ксифактин. Да, я, кстати, А как я еще могу... Как я еще могу назвать ксифакантином? Мне кто-то писал в комментариях. Ксифактин. А, ксифактин, а я называю его ксифакантин. Ну, да. А он просто ксифактин. Он покороче у нас. Так, 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 так. Ну, удары слабые, конечно. Слабые удары. Он липтоклейд. На всякий случай. Пусть прогуляется. То он слабенький. Мы его редко выводим на прогулку. Так, ну это надо... Блин, это надо вчистую... Сколько? 6 ударов провести? 5. 5 у 5, 25. 5 хватит. Ну, сейчас я проверю, вот если 1 балл, вот если он в следующий раз поставит тоже 1, а он поставит 1, а то и вообще ничего не поставит. Вуаля, 5-1, как раз тютелька в тютельку должно быть, даже больше, 4-500. Появился второй архелон уже, более хиленький. Так, а давайте его затачим сразу. На 3. Ха-ха! Как легко все получилось. Точнее, как быстро. Ну, но в любом случае было бы для нас легко. Но. Быстрее, чем я даже думал. Думал, что его сразу сейчас несут. Потом будет ксифактин. Вот, я правильно сказал. Ксифактинчик. Так, теперь у нас водоплавающие. Нам нужны такие же водоплавающие. Так, ну какой смысл брать, допустим, псифодерму? Ну, по псифодерме будут бить 200 с копейками, а псифодерма будет бить чуть побольше. Ну, давайте возьмем псифодерму. Если она кочурится, возьмем кого-нибудь другого. Так, я не перепутал опять. Да-да-да, вверху у нас пещерные, внизу рифовые. Внизу рифовые, а там слева водоповерхностные. В общем, все правильно. Треугольник водной жизни, водной пирамиды мы взяли. Так, мазозавр. Мазозавр 32 левела. Опять идем до 6 и атакуем.
Так, он защиту не ставил. Так, ну, психодерма должна справиться. Но мегалодон ее съест, 100%. Не будет так, как в прошлом бою. Шесть баллов, 0 защиты, значит, у него будет богатенно баллов, целых 6. Он атакует всего лишь на 3, потому что знает, что у меня в защите 0. Но зато сейчас у меня будет много-много баллов и очень-очень сильный укус. 3 балла у него, 4. Ну и что ты будешь делать? Хоть рычи, хоть не рычи. Крони тебя сожрет. Батарейка крона тебя съест. 2, 1, 2. 2 на 2. Как раз. Идеальный удар. Так, ну давайте сходу съедим его. Давайте переключимся на мегалодона, дадим ему тоже покушать. В атаку! 4 удара хватит. Ух, сколько зубов. Они, правда, у него так как-то косо растут. У акулы все-таки, по-моему, зубы поровнее как-то растут. Чем у этого монстра. Острейшие зубы пилы. Да, вот жалко, что у людей зубы не растут так, как у акул. Еще нам дают 700 генов, дают оазис и дают стегозаврик нам дают.